что, поймали у нас сам. Поймали на топ-лейне Blood Ride. В него, ну, что вы хотели, собственно. Школьники вам в рот заглядывали? Нет, такого не будет. Ну, настреливает у нас по Нестеру, начинает на лоске наваливать. Ведет себя достаточно агрессивно. Вард стоит, ну и пошел разгон на мидлейне. Скорее всего, Маловский у нас здесь будут забирать, если Нестра успеет забрать. Еще один плевок нужен на него. И Маловский успевает у нас таки забрать Брюмастера, после этого отдается спиритбрейкер. Ну и продолжение выхода на Маловский. Нестер будет пытаться его стопить, правда, уже у нас под собственным тавером. Маловский настреливает по Джазу. Джаз, скорее всего, здесь умрет. Маловский отбивается. Да ладно, черт возьми, что это вообще такое? Дальше за Нестером, и Нестер на лоу хп. Фиссуру ловит у нас Веномансер, и Веномансер выживает. Это какая-то быкотека высшего уровня абсолютно. И самое интересное, что Манситы не отходит за тавер. Развернулся, плюнул. Ну и разгон пошел на Ридика. Сейчас Джаз у нас шарахнет Ремнанта. Дальше начинают настреливать по Тамбе. Но здесь против триплы приходится сражаться команде Тиера. Ридик отдает у нас хилку Ремнант Джуниор. Его-то тут тоже развалят. Он пытался подсейвить своего тиммейта. Тут лишь бы закупиться разве что. Ремнант Джуниору не приобретает ТП, ничего не покупает, просто отдает 100 голды в никуда. И уже здесь Маловский. Бладрайт ему под ноги. Он старается отсюда уйти. Разгон пошел на сорт Джаза, и Маловский тоже здесь оставит. Понятное дело, что видно Афу, и знают они все это прекрасно, потому что Бладсикер здесь. Фаербласт у нас от Огрмага. Ульта пошла у нас от Афы. Афа на лоу хп борется здесь против Урн оф Шадоус, но на таком количестве ТП не вылезет. Так, Нестер у нас цепляет его Маловский. У Нестера есть Primal Split. Надо, скорее всего, отсюда попытаться уйти. Primal Split проюзал у нас Нестер и начинает валить по Маловским. Здесь, кстати, Undying есть. Blood Ride под ноги, за Маловский будут бежать. И уже выехали. Тамбу начинает разваливать Bloodseeker. Маловский сражается. Куча мумий. Мумии бьют. Не так-то приятно здесь Нестеру, и Нестера могут здесь и оставить. Нестер под хостой, побежал Джаз опять в Маловский. Да что ж вы так хейтите его? Хейтят постоянно просто у нас Веника. Джаз разваливает в итоге у нас мидера команды TRI, и Джаза самого отправляют в таверну. Безман и здесь Night of Sad Moon. Счет становится 7-5. Хейтит одного и того же персонажа. И бежит дальше, бежит. Виногель не успевает провязать Маловский. Пошел Незер Страйк в него. Подстопили у нас Джаза. Далековато достаточно Нестер находится. Урн оф Шадоус решается на Маловского. Виногель был проюзан. Маловский старается отсюда уйти, может и получится. Ну, Клэп, кстати, от Нестера тут решит половину дел, ну и разваливают у нас мидера. Афу опять у нас дамажит. Кстати, Угрмак тоже вездесущий, как ни файт, там находится он. Разгон пошел у нас на Разора. Сразу же стан по Нестеру. У Нестера есть Primal Split, неточная цель, Незер Страйк и минус Разор. 9-8 у нас счет, могут еще и Угрмага, скорее всего, здесь забрать. Да и не просто могут, а я думаю, заберу. Полетел под сейф. Сюда уже у нас Undying. Томстон под прямо под тавером. Ну и Огрмаг. Вроде как бы мог бы, конечно, жить, но до поры до времени. Огрмага развалили, и Спирит Брейкер. Тяжечка. Плюет в него Маловский. Достал плевком. Джаз никуда отсюда не уходит. Поймали здесь вроде бы Огрмага, но Огрмаг по-прежнему живет. В итоге у нас Люсьен Лашанс. На лоу хп грызут его мумии. Где-то недалеко, я так понимаю, у нас еще и Бладсикер. Нет, Бладсикер очень далеко. В итоге не умирает Огрмаг. Начинают настреливать. Вот как вы в рядочек-то стали. Аккуратненько, прямо-таки по Джаза. Ну и здесь справится с Огрмагом. Падает на голову у нас кирпич. Голем дальше за Джазом. Вот общим демеджем у нас все от Варлока. Подходит у нас Undying. И Killing Spree уже от Маловских. Где ты наплевываешь вообще? Здесь стоит Маловский. Маловский умирает от Вайпера. Вайпер тоже отправляется в таверну. Пока что размен 2 в 3 в пользу команды S9. Погоня за големом. И здесь еще один голем, только флеш-голем. Ну и огромнейшее количество мумий, и они не слезут у нас с Брюмастера. Брюмастера отвалили. Crimson Guard, который позволяет снизить физический дэвидж. И это, конечно же, Path of Sight, который позволяет снизить магический дэвидж. Ну, что вы думали? Думали, все просто будет? Да, конечно, здесь Разор развалился, забирает его Вайпер, наплевал очень много, но Ремнант по-прежнему здесь, он по-прежнему живой. У него еще 700 голды сверху. И мумия у нас дальше за борзом. Эхо слэма у него нет, потому что только 5-й левел. Одним тотемом здесь не справится. Мана сейчас должна быть на фиссуру, но если он, кстати, потратит ману на... заработает ману за счет Soul Ring, он тут же у нас умирает. Ну и Риди Killing Spree тут просто решают вот так. Где там у нас? Еще и на мидлейне разваливают у нас Брюмастера. Это просто тимвайп от команды TRI.
Ну и на Ремнанте здесь выезжают и прилетает сюда еще и Брюмастер. В любом случае забирают здесь Андайнда. Маловский здесь, Пойзенову где-то потерял давным-давно. Ну и просто развал. Я не понимаю, что здесь происходит. Джаз в таверну отправляется Шейкер. Там же Вайпер и туда же отправляется еще и Бладсикер. Ну и Primal Split до сих пор действует. И пытаются как-то разгайдить здесь этих ремнантов, или как они называются, спиритов, которые, собственно, и формировали Нестера. И это еще один тимвайп от команды Тира. Ну, я не знаю, файты просто оторваны. Как же долго Угармак у нас подкастует Fire Blast. Так, под ноги у нас Бладрайт нашел от Сикера. На лоу хп здесь будет Огармак. Огармага здесь забирает Вайпер без вопросов. Мегакилл пошел от Ридика. Ну куда вы пошли? А тут Том Стоун, кстати, стоит и можно фатиться. Где там байтер? Тамба у нас на лоу-граунде. И Сикера здесь разваливают. Вместе с мумиями, вместе с ядом от веником. Здесь просто невывозимое какое-то сборище болезни, отравы и прочего дерьмища. И спиритбрейкер куда угодно свалить, лишь бы его так не дамажили. Увидели Борза. Борза застопили через... Через плазмофилд 4 левела, через дэмэдж с руки расковыряли. И под тавером стоит у нас Бладсикер. Чего там приуныл-то? Ну и дальше после Сикера пойдут на тавер. Сикер пытается сюда уйти перед смертью. Это Бладрайт, Файрбласт по нему. Ну и все, Кримзон Гвард появляется для Андайна.